Привет, друзья! Год назад я уже показывал, как кормят гостей в Сочи Парк Отеле. И вот, совсем недавно я был в Сочи проездом с друзьями, и мы решили опять проверить. Может, что-то изменилось с того времени? Завтрак, обед и ужин для посетителей Сочи Парк Отеля проводится в ресторане «Брудершафт». Находится он вот в этом месте отельной зоны. Так он выглядит на панорамном фото. При входе я еще обратил внимание, что на территории отеля можно взять в аренду баню на дровах, а также постирать белье в баре-прачечной. Задумка, надо сказать, очень интересная. Позавтракать в ресторане можно с 7 до 11 утра. Завтрак может быть включен в стоимость проживания, либо его можно оплатить отдельно. Стоимость завтрака составляет 300 рублей на человека. Еда в этом ресторане подается по принципу шведского стола. То есть из еды можно брать что хочешь и сколько хочешь. Ну что ж, давайте посмотрим, какой едой нас порадует Сочи Парк Отель. На линии самообслуживания можно взять кукурузные хлопья, залить их предлагается молоком, кефиром или йогуртом. Из хлеба нам предлагают белый либо черный. Также есть вафли и баранки. Из сладкого можно взять сгущенное молоко, мед, повидло. Тут же находится плошка с кетчупом. Затем мы видим консервированную кукурузу. Здесь же находится майонез и консервированный зеленый горошек. Затем следует сметанный продукт и кусочки сливочного масла. Масло можно, к примеру, намазать на хлеб. Идем дальше, и здесь нас ждут кубики отварной свеклы, нашинкованная капуста, тертая морковка, а это тертая редька. Это кубики сыра, нарезка ветчины, нарезка нескольких видов сыра, нарезка вареной колбасы, еще нам предлагают отведать отварные макароны, а это уже что-то новенькое – куриное суфле. Можно взять не особо длинные сосиски и фасоль в томатном соусе. Из каш предлагается каша овсяная на воде и каша кукурузная на молоке. Ее, кстати, почему-то не оказалось. Но и это еще не все. Здесь мы можем взять макаронную запеканку с яйцом, творожную запеканку и морковный пудинг. Консервированная кукуруза с горошком не самого высокого качества. Это заметно даже визуально. Все остальные овощи тоже средненькие по вкусу, суховатые. А редька вообще безвкусная. Кубики сыра неплохие по вкусу. Куриное суфле чем-то напоминает паштет, но по вкусу мне понравилось. Колбасные изделия на среднем уровне. Творожная запеканка оказалась вкусной и не сухой. Омлет с сыром и ветчиной тоже вполне съедобный. На завтраке работает кофемашина. Также можно попить чай с лимоном. Компот из сухофруктов. И еще имеется молоко. Кофе здесь, к сожалению, не на самом высоком уровне, а вот компот из сухофруктов отличного качества. В ресторане «Брудершафт» имеется два этажа. Когда гостей мало, работает только первый этаж, а когда много, работают оба этажа. Плюс еще можно покушать на летней веранде. Обед начинается в 13 часов и заканчивается в 15 часов. Стоимость обеда, как и завтрака, 300 рублей. На обед нам предлагают жареный минтай, отварные макароны, плов с курицей, пельмени. Из супов предлагается куриный бульон и борщ с красной капустой. Также можно взять белый либо черный хлеб. В качестве салатов предлагается винегрет, морковь по-корейски, квашеная капуста. Причем слово «квашеное» написано с ошибкой. Здесь должна быть одна буква «Н», а не две. Сама капуста имеет красный оттенок. Раньше я не встречал квашеной капусты такого цвета. Это опять-таки кубики отварной свеклы. Здесь у нас соленая сельдь с луком в масле.
это тертая, уже свежая морковка. Белая тертая редька. И сметанный продукт. В кувшинах мы видим растительное масло и соевый соус. Предлагается еще майонез, горчичный соус, кетчуп и консервированные маслины. Поначалу может показаться, что у борща очень наваристый бульон, но на самом деле это жир от растительного масла, на котором обжаривали овощи. Причем их обжаривали с таким усердием, что местами даже пережарили до черного цвета. Куриный бульон наваристый, но его пересолили. Наверное, как говорится, повар влюбился. В плове с курицей действительно имеются кусочки куриного мяса. Плов по вкусу вполне съедобный. Пельмени по качеству чуть ниже среднего. Мне не особо понравились. Жареный минтай приготовлен неплохо, только сама по себе эта рыба нежирная, поэтому вкус ее суховатый. Макароны немного переваренные, но есть можно. Винегрет приготовлен неплохо, он с квашеной капустой. Если вы ее любите, то винегрет вам тоже понравится. Морковь по-корейски средней остроты, приготовлена неплохо. Квашеная капуста приготовлена с кусочками свеклы, поэтому и имеет красноватый оттенок. Вареная свекла стандартного вкуса, хоть это и не деликатес, но для пищеварения очень даже полезный овощ. Селедка слабой соли, она свежая и мне очень понравилась. Свежая тертая морковь немного суховата. Тертая редька не то чтобы не горькая, она скорее вообще не имеет никакого особого вкуса. Из десерта нам предлагаются пряники, а также бисквитный пирог. Пряники не особо мягкие, я бы сказал средней свежести, но по вкусу неплохие. Бисквитный пирог без пропитки, поэтому немного суховат. Если его чем-нибудь запивать, то нормально. Из напитков нам предлагается чай зеленый, чай черный, чай можно добавить сахар и лимон. А вот кофе попить не получится, так как аппарат работает только во время завтрака. Еще можно насладиться компотом из сухофруктов, а также отведать сок, в данном случае апельсиновый. Ну и шлифануть все это можно чистейшей водой из кулера. Ну или можно заварить в ней чаек. Апельсиновый сок имеет насыщенный желтый цвет. Но это, конечно же, не свежевыжатый, а обычный пакетированный сок. Самым же вкусным из напитков остается компот из сухофруктов. Ужин в ресторане Брудершафт начинается в 17 часов и заканчивается в 20 часов. Его стоимость составляет 300 рублей. Давайте же посмотрим, чем нас будут угощать. Первыми на линии самообслуживания нас встречают тефтели. Затем идет жаркое с куриными желудочками. На гарнир предлагаются отварные макароны и тушеная капуста. Далее следуют макароны по-флотски и запеченный картофель. Хотя вместо картофеля по факту оказалась отварная греча. Это перловая каша с морковью. Здесь находится опять-таки минтай, но уже не жареный, а запеченный. Из салатов предлагается салат из свежей морковки с чесноком и майонезом. Это деревенский салат. Салат со свеклой и орехом. Какой именно орех, не уточняется. Затем следует морковь по-корейски, это тертая редька и опять-таки кубики вареной свеклы. В этих плошках находится сметанный продукт и майонез. Затем нам предлагается кетчуп, кувшины с соевым соусом и оливковым маслом. Также имеется зелень, здесь укроп и петрушка. Из фруктов предлагаются кусочки порезанных апельсинов, плюс крупно порезанные яблоки. Смотрятся они, правда, не особо аппетитно. Из выпечки на десерт предлагается бисквитный пирог. Бисквитов, кстати, очень много напекли для ужина. Еще можно полакомиться сушками и шоколадными пряниками. Из хлеба предлагается черный бородинский и нарезной батон. И на завтраке, и на обеде, и на ужине народу очень много. Заняты почти все столы. На летней веранде народу поменьше, и там можно покушать в более спокойной обстановке. Перловку с овощами, гречу и макароны подают без соуса.
поэтому они суховаты. Единственным спасением для такого гарнира является кетчуп. Тушеная капуста оказалась еще и с картошкой. По вкусу неплохая. Минтай что жареный был, что запеченный, по вкусу одинаковый. Тефтели сделаны с соусом и по вкусу мне понравились. Основными компонентами салата по-деревенски являются картошка, зеленый горошек, вареная морковка, маринованные огурцы и зелень. По вкусу этот салат вполне съедобный. Напоминает оливье, только без колбасы и майонеза. Надо сказать, что некоторые салаты остались еще с обеда. Здесь, конечно, нет никаких изысков, все довольно-таки скромно. Из напитков можно налить мультифруктовый сок и компот из сухофруктов. Кофе опять-таки не попить, только во время завтрака. Еще из напитков предлагаются пакетики с черным и зеленым чаем, горячая вода для заваривания, кусочки лимона и сахар. Еще один аппарат был заправлен апельсиновым соком. Так выглядит компот из сухофруктов. Он мне понравился. Это мультифруктовый сок, а это апельсиновый. Цвет у него какой-то неестественный. Плюс еще и пена сверху. По вкусу эти соки слишком водянистые и не особо вкусные. Бисквитный пирог что на завтрак, что на обед, что на ужин один и тот же. Слишком сухой. И было бы лучше, если бы там еще была бы какая-нибудь начинка. Ну и вообще по своему содержанию десерты очень скромненькие. Ну и как вы заметили, выбор еды в Сочи Парк Отеле не особо широкий. Но это все-таки не 5, а 3-звездочный отель. Хотя если завтракать, обедать и ужинать здесь, то за двоих за день нужно будет заплатить аж 1800 рублей, а это не так уж и дешево. Вообще ассортимент еды в отеле за год не особо изменился, это минус. Но и цена тоже не увеличилась, это плюс. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!